Друзья, добро пожаловать на GameStudio, зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить Resident Evil 7 с русской озвучкой. Мы уже начинаем вторую серию с приветствия, и на экране у нас бабулечка. Я не знаю, как она здесь оказалась. Видимо, ее кто-то перетаскивает, либо она сама умеет все это делать. Просто притворяется, что она ничего не умеет. Да, бабуль? Что-то с ней не так. Так, давай смотреть... Что это за дверь? Какая-то странная дверь. А, это дверь со змеей. Внизу дверь со скорпионами, а это дверь со змеей. Естественно, она заперта. Я не знаю. Может быть, здесь нужны ключи какие-нибудь с гравировкой змеи, там, скорпиона... Ладно. Так, что это за ангелочки? Смотри, они отвернуты. Это не просто так. И кто-то отвернул. Тут что? Фотография. Маленькая девочка. Может, это Зоя в детстве? Эвелина. 2 мая 2014 год. Возможно, нам придется эту девочку спасать. Надеюсь, она жива. Они с ней ничего плохого не сделали. Я на это очень надеюсь. Ну, пойдем сюда, нам больше некуда идти. О, смотри, еще одна дверь со змеей. Блин, лишь бы опять Джек не появился. Он прям реально меня напрягает. Что? Что здесь? Может, это хобби папочки? Итан, я не знаю, хобби это папочки или кого, но надень это на голову. Серьезно, целее будешь. Сейчас не время думать о том, что ты будешь выглядеть нелепо. Ну, серьезно. Нет, он не хочет это надевать. Тут у нас что? О, видак. Нужна кассета. А там что? Смотри, какие статуи. Это какая-то мужская берлога. Вон, бильярд, пожалуйста. А шары можно погонять? Ну-ка, ножом попробуем, ну-ка. О, слушай, можно. Ну-ка, сейчас мы забьем. Ты когда-нибудь играл в бильярд ножом? Вот, пожалуйста, бильярд ножом. Нет, это не может играть бильярд ножом. Что? А, вот и кассета, кстати. Мия. Ладно, думаю, попозже посмотрим. Сначала смотримся здесь внимательно. Порох. Замечательно. Книга. Какая толстенная. Опачки. Еще одна голова. Это хорошо. Тут что? Какой-то дневник, что ли? 2 октября. Сообщат о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобит. 9 октября. Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал. А вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не уймется насчет большого корабля, который выбросило в проток реки. Если это правда, надо бы сообщить в округ. Завтра пойду и сам посмотрю. А, так вот оно что. Этот корабль, скорее всего, вез какой-то очень секретный и опасный груз. Ну, я про вирус имею в виду. И когда его выбросило в проток реки, скорее всего, этот вирус попал в реку, а эта вода речная попала в питьевую воду этих вот жильцов. И они вот так вот и заразились этим вирусом. Теперь это уже очень похоже на Resident Evil. А ты куда крышку-то деваешь, я не понял. Почему она исчезла? Больше ничего нет. Записулька. Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали, из зала в зону обработки. Древняя монета. Нет достаточно места. Здравствуй, болванчик. А, так вот, что там в комнате сохранения. Ну, то есть в прачечной издавала такой звук. Вот.
Понятно, надо будет туда сходить, короче, и найти этого болванчика и прикончить. Так, у нас нет места. Эпоксид, эпоксид, кассета, собачья голова. А знаешь что? Мы кассету попозже посмотрим. Сейчас быстренько, короче, сбегаем. О, еще одна дверь со скорпионом. Тут что? О, дробовик. Дробовик. В той комнате есть дробовик. Блин, не достать так, да? Ну, по идее, ведь обычное стекло, ё-моё, сломал, да достал дробовик. Никаких проблем. И колючая проволока вообще не помеха. Нам даже дверь не надо открывать. Скорее всего, нам надо будет, короче, выбрать. Либо взять вот этот дробовик, либо взять тот дробовик, который внизу. Возможно, этот дробовик более мощный. Но он двухсвольчатый, и, скорее всего, он двухзарядный. А тот дробовик, он многозарядный. Но он, скорее всего, менее убойный. То есть нам надо будет выбрать, либо с этим дробовиком ходить, но придется перезаряжаться чаще, либо ходить с дробовиком, который бьет меньше, но зато стреляет дольше. Ладно, это мы решим, когда мы найдем ключ, с которым мы сможем открыть эту дверь. Так. Пойдем, короче, избавимся от лишнего. Я, конечно, понимаю, что это займет время, но... Это что такое? Смотри, там кто-то ходит. Это Маргарита. Ну вот так издалека смотришь, вроде просто тетенька просто разгуливает по двору с фонарем вечером. И ни за что не подумаешь, что она ест людей. Даже, знаешь, не то, что людей, а их потроха с говном. Ужас. Там какой-то дом на колесах. Это, скорее всего, дом Лукаса. Ну, пацаны же всегда пытаются там строить дом на дереве. Землянку. В гараже тусуются. А Лукас тусуется вот там. В домике на колесах. Блин, я хотел идти вниз, короче. Что-то я... Ну, давай. Пистолетные патроны. Это хорошо. А тут что? Так, выбрать предмет для использования. Сюда тоже, что ли, нужен ключ? А если ножом? Не получается взломать замок. Твою мать. Не получается взломать замок. А, взломать замок, ё-моё. Подожди, ну-ка, 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 ну-ка. Подошло. Гильзы для дробовика. 4 штука. У меня их стало 5. Так ведь? Да. Стало 5. В общем, нам нужен дробовик. С дробовиком я себя буду чувствовать лучше. Хотя, Джека мы и взрывали, и стреляли. И он горел. Мы его и машиной давили. То есть, ему что дробовик, что пистолет, что, не знаю, гранатомет. Мне кажется, ему вообще все пофиг. Так, давай избавляться от лишнего всего. У меня, в принципе, не так уж и много лишнего. Если только можно сбегать в комнату с сохранениями. Осталась еще одна голова. Давай смотреть, что у меня, сколько места. Ага. Слушай, а что если попробую что-нибудь скрафтить? Например, нам нужен эпоксид. И, предположим, трава. Ага. Как это делать? А, вон же есть объединить, точно. Ну-ка. Да, точно, смотри, эпоксид и трава. Все очень просто. Давай сделаем 2 аптечки. Вот. По идее, можно сделать еще и патроны, да? А, у меня эпоксида нет.
Так, давай-ка пистолет возьмем в руки. Не знаю, так как-то надежнее. Бабуля, все нормально с тобой? Там, что мы хотели взять? Древнюю монету? Вот. Здесь. Да. Я, правда, не знаю, зачем мне эти монеты вообще древние. И посмотрим кассету. Давай посмотрим. Июля 2017 год, 9 часов 28 минут. Mia Winters, старый дом. А, так это совсем свежая запись, которая практически вот прям только что сделанная. Итан, если ты это найдешь, я знаю, что я не могу ни на что рассчитывать после всего, что я сделала. Но я должна тебе сказать, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где! Ну и напугала же ты нас, девушка! Больше она меня не поймает. Какое жуткое место, ё-моё. Да, эта кассета совсем новая. Прям вот-вот она ее записала. Нехило так этот дом потрепало бурей. Да уж. Сюда, а! Блять. Сука. Девочка, ты кто? Это же Эвелина? Ты что такая жуткая? Почему ты меня называешь мамой? Опа. Исчезла. Так, короче, что-то я боюсь этой Эвелины. Все, я ее не хочу спасать. Подожди. Там дверь открытая, ну а вот это вот откроется? Да. Погоди, а там что? А, хрен, блин. Нам, значит, по-любому сюда. Или подожди, ну-ка. Нет, тут не пройти. Что это за дерьмо? Это какие-то водоросли, что ли, образовались после наводнения? Ну, это не особо похоже, конечно, на водоросли. Это просто какое-то дерьмо. Что? Это Эвелина делает, да? Она какая-то жуткая, понял? Она прям как из фильмов ужасов. Я, короче, теперь все, эту Эвелину не хочу вообще спасать, я ее даже видеть не хочу, потому что она какая-то реально опасная тварь. Ты уже у меня в печенке. Твою мать. Пиком, обратно. Нужно спрятаться. Да твою мать. Спрятаться. Что делать? Зачем ты так со мной? За что мне все это? За то, что я накормила тебя и впустила в свой дом? Она тут, твою мать. Только не ходи сюда. Странная ты какая-то. Это же дар. Какой к черту дар? Говно это собачье. О, такой же проектор. Этот дом видел больше, чем ты можешь. Твою мать. Ты просто не понимаешь, или тебе просто плевать? Тихо. Она меня видит здесь, нет? Я знаю, что там? Что вы с Зоей что-то замышляете? Думаешь, я не знаю про того парня Итана? Уйди, пожалуйста, тетенька, уйди. Что это? Почему
Почему я не могу это взять? Похоже на какое-то самодельное оружие. Тихо. Блин, здесь идти-то некуда. Ё-моё. О, она сюда идет. Она идет сюда. И чё мне? В воду прыгать? Я не могу прыгать. Не перелезть, не перепрыгнуть. Блин. Она ушла? Нет, она здесь. А может надо обойти? Не, она сюда идет, ё-моё. Блин, кажется, я профукал момент. Все, сейчас она меня поймает. А, нет. Ты станешь кормом для моих кошек и удобрением для сада. Их мясом не корми человеческим, дай только поговорить, что-то они слишком много базарят. Она ушла. Так, что это за хрень вообще? Ну-ка, давай разглядим повнимательнее. Курок какой-то, шланчик. Тут баллон. Но это похоже на что-то типа... горелки газовой. Типа огнемет, что ли, самопальный. Но она почему-то не берет его. Так, ушла? Такой же проектор, смотри. Только здесь что-то лежит уже. А, там силуэт паука. Ага, понял, понял. Так. Как-то так, да? И надо как-то ровно сопоставить. Блин, не получается. Ну-ка. А. Не обязательно прямо тютелька в тютельку оказывается. Опачки. Интересно. Потайная дверь. Не понял. То есть сделали потайную дверь, но при этом проем очень узкий. Джек здесь ни хрена бы не пролез. Но здесь слишком узко. Здесь он для Мии-то тесно. А прикинь, Джек, он же огромный такой. Смотри, как все расхреначило. А, вот. Эвелина стояла здесь. Я попал на другую сторону. Так, тут есть что-нибудь? Хочет, чтобы мы были... Твою мать, она здесь, она здесь. Тихо. Тебе всего лишь нужно принять ее дар, блядь! Я это уже где-то слышал про ее дар. А, то есть не слышал, а даже читал, когда мы только-только пришли, Итаном, ну, то есть приехали, там на заборе была надпись «Прими ее дар». Мы любим тебя, понимаешь ты это? Прими нас! Тихо, тетенька, тихо. Мы знаем, что многого не знаем, но тебе же просто похуй! Ну уйди уже, а. Уйди куда-нибудь. Думаешь, тихо. Иви будет вечно терпеть твои выходки, сука? Иви? Это она про Эвелину говорит тогда? Это что получается-то? Я зато по горло твоими пакостями, слышишь? Так у них тут основная Эвелина. Она здесь всем рулит. У нее какой-то дар есть. Возможно, она носитель вируса? Ну, в смысле, альфач. Это как у оборотней. Да блин, ты уйдешь уже когда-нибудь? Не, тетенька.
Или что? А, понял, все. Нам надо бежать вот туда. Я понял. Понял. Так, ждем. Ждем. Так, тихо. Идем. Быстро. Тихо ты, Мия. Все. Во. Все, хрен он вас найдет теперь. Да пошел ты на... Отсюда выхода нет, милочка! А, то есть она все-таки меня спалила, да? В смысле нет выхода? Как это нет выхода? Ты че? Черт. Что это? Похоже, это деталь от чего-то. И что делать? Ой, как там темно. Так, в прошлый раз, когда я в такую же тьму залез, на меня, ну на Итана, напала Мия. Думаешь, стоит идти в эту темень? Так, тихо, что-то ничего не видать. Ну его нафиг. Ну тут прохода нет никакого. А тут что? Фото. Это Эвелина и какая-то девушка. Возможно, Мия. Хотя на Мию не очень похоже. Что? У твою мать! Куда это ты собрала? На нахрен! Итан, пожалуйста, помоги! Помоги мне! Нормально она и по роже засандалила. Так, короче, похоже, Мия и Эвелина какие-то подруги. Что они с тобой сделали, Мия? Эвелина почему-то назвала Мию мамой. Что-то, короче, я подожди, не могу понять. Эвелина это вообще кто? Это дочь этих фермеров? Или вообще откуда она? Так, ладно. Не буду забивать голову. За этой дверью что? А. Это ванная. Тут ничего нет. Патроны, отлично. Тут здесь что-нибудь нет? Нету. Блин, тени в этой игре классные. Они имеют разную плотность и все такое. Что это? Нефть? Они что, в нефти купаются? В масле машинном? Что это такое? Что за дерьмо? Сейчас сюда что-нибудь выпрыгнет. Деревянная статуэтка. Господи, как же все это отвратительно. Да уж. Так, что за деревянная статуэтка? Какие-то шестеренки или что это? Ой, смотри, смотри, мы нашли орла. Мы нашли орла, все, я знаю, куда это применить. Да, если бы не видеозапись с Мией, я бы хрен догадался. Там больше ничего нет. Все, валим отсюда. Что такое? Оу! Круто! Куда лучше, чем подыхать. Это 100 пудов. Твою мать. Это дар нам всем от моей крошки. И он всегда со мной. Вот они говорят... Как видишь, семья только часть ее дара. Что? Другими словами. Пошел ты нахрен. Пиздец. Сам ты. Так, здесь можно спрыгнуть? Отлично, спрыгнул. Все. Потерялся, урод. Да пошел ты нахер! Ты где? Так, сюда. А, я вернулся. Вернулся на самый назад. Так, он же не зайдет сюда, да? В такие комнаты обычно монстры не заходят.
Да. Он не заходит. Отлично. Так, в общем, смотри, все-таки Эвелина здесь получается какая-то основная. Она какой-то дар имеет. Скорее всего, этот самый вирус. Давай сохранимся. И сразу, давай-ка сюда. Так, видеокассету сразу убираем. Древнюю монету тоже нахрен нам нужна. Я даже не понимаю, зачем я их собираю. Порох. Идет нафиг. А, это меню быстрого доступа, понятно. Ну и все, что еще? Ну, траву давай туда еще уберем. Или нет? Или да? Или нет? Давай лучше этот эпоксид возьмем и сделаем еще одну аптечку. Вот, отлично. Так, делаем, короче, аптечку. Прекрасно. Все. Блин, сейчас еще раз сохранимся. Фу. Что нам сейчас надо? Нам сейчас надо, короче, сделать орла. Ну, в смысле, поставить напротив проектора. Но тут разгуливает Джек. Тут разгуливает. Я тебя чую. Так, где он там ходит? Дверь открыта. Твою мать, он тут. Что делать? Стрелять в него не вариант. Заткнись, заткнись. Может, его надо как-то обмануть? Стой, где стоишь? Неа. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, Джек, пойдем. Здрасте, как поживаете? Да замечательно. Пока вас не было, у меня было все прекрасно. Так, сейчас мы его запутаем, короче. Он прямо за... Мной! Соскучился? Очень. Прям вообще. Бегом сюда. Он же здесь не достанет. Твою мать. Ну-ка, давай проверим. Ты пойдешь сюда, нет? Ни хрена у него швабра с гвоздями. Я только сейчас заметил. Иди, зайди туда. Заходи туда. Реал здесь как бы безопасный. Так, все. Пойдем быстрее. На опережение пойдем. Теперь ты часть семьи. Все. Так. Все, кажется, мы его обманули. Кажется, мы его обманули. Отлично. Ладно, делай, что хочешь. Все правильно. Буду делать, что хочу. Так, пробуем. Угу. Да, да, все правильно, все правильно. Так. Вот и все. Сейчас откроется стена. Да. Все как у Мии. Мия очень нам помогла. Да кто ее построил? Джек. Кто еще? Дом, который построил Джек. И этот проход тоже он построил. Хотя он бы здесь не пролез. Для кого он тогда это строил? Может, это не он строил? Слушай, возможно, вот эти статуи, вот эта дверь, вот эта вся хрень, это с корабля. Не знаю, почему я об этом подумал. Ну, это опять какая-то мужская берлога. Тут охотничий трофей у него, вот смотри, рыба висит. А это, видимо, дикий индюк. Что? А, трава, отлично. О, камин. Здесь может быть какой-нибудь рычаг. Нет, у этого камина никаких секретиков нет. Тут что? Патроны, прекрасно. Что, 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 где? Опять болванчик. На, нафиг. А, смотри, тут двухглавая ворона. Нужен ключ с вороной.
В общем, нам нужен ключ с гравировкой змеи, нам нужен ключ с гравировкой скорпиона, и нам нужен ключ с гравировкой вороны. Или погоди. Я видел две двери со змеей, две двери со скорпионом. Это что? Получается, мне надо будет найти два ключа со змеей, два ключа со скорпионами? О-о-о. Или все-таки по одному ключу будет достаточно? Так, психостимуляторы. Используйте психостимуляторы, чтобы найти предметы. Что? Такой препарат временно обостряет чувства, что позволяет быстро находить скрытые предметы. Чё? Что-то изменилось? А, вон, смотри, предметы подсвечиваться стали, да? Смотри, патроны. А тут что? Ух ты, ух ты. Патроны для дробовика. Сюда не зайти, блин. А что там есть, интересно? Опачки, опачки. Это что, пулемет? Там пулемет, смотри. Какой-то самодельный пулемет. Так, нам нужен, обязательно нужен ключ с вороной. Все. Тут никаких предметов нет, а тут что? Тут все нормально. Такая же хрень, как в ванной. Да? Или это просто обгорело? Не, это именно та хрень, которая была в ванной. Это что? Похоже, это все те, кто пропали без вести. О, а он же Сапковский. Ну, это который создатель Ведьмака. Ну, в смысле, книг Ведьмака. Не игры Ведьмака, именно книг. Ух ты, отмычка, отлично. Где там открывается? Давай. Чё? Чё за херня? Оу. Есть отмычка, нет? Ладно. Тут что? Порох, хорошо. Древняя монета. Но нет у меня отмычки, нет у меня отмычки. Что теперь поделаешь? Не все? Ладно. Так, а тут что-то еще есть, смотри. Записулька какая-то. Что? Что это такое? Что это? Зубы что? Это пасть, очень зубастая пасть какой-то твари. Это, конечно, да. Давай-ка почитаем. 14 июня. Отдыхающий, муж и жена. Муж это успех, он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась, так что придется от нее избавиться. 7 июля. Три студентки. Они протухли, придурок Лукас все испоганил. 13 августа. Бездомный. Обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Понятно. Тут что? Похоже на детский рисунок. Ой, у нас Евелина рисунки рисует, да? Нет, я эту Евелину, короче, все не признаю. Ой, а за этой дверью у нас что? Чё-то меня это напрягает. Звук что такой? Как будто это дерьмо живое, прикинь. А это дерьмо сейчас на меня не нападет, нет? Не попытается меня всосать в стену? Что за... Твою мать! Твою мать! Это что за хрень? Есть смысл вообще в эту тварь стрелять, нет? Еще и уворачивается, понял? Эта тварь еще и умеет уворачиваться. Слышь, дерьмо. Он идет сюда прямо. Эй, так, Итан, валим. Ни хрена себе оно меня дамажит. Тоже ползет сюда? Охренеть. Так, давай печку применим.
возвращаемся, просто там была дверь. Надо ее проверить. Я в эту тварь всадил два патрона. По-моему, оба попали прямо в голову. Но этой твари было нипочем. Может быть, больше надо патронов всадить в эту тварь. Давай, вылазь. Вылазь, урод. Так, ну-ка, открыто здесь, нет вообще? Да, открыто, отлично. Куда эта тварь ушла? Обратно всосалась, что ли? Ну, тут тоже дверь со скорпионами, блин. Короче, нам очень нужен ключ со скорпионами. Не, туда я потом пойду, ну его нафиг. Сейчас не хочу. О, отлично, отлично. Отлично. Так, сначала мы разберемся с этим. Траву мы, наверное, уберем. Монету уберем. Порох тоже уберем. Ну и все. Тут что? Дорогая Кортни, эти сволочи ищут меня, но, возможно, ты так сможешь выбраться отсюда. Ищи барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в секционной в подвале. Возьми ее, это ключ к свободе. В секционной. Со мной что-то не так. Возможно, из-за того, что они накормили меня этой гадостью. Если мне суждено умереть, буду драться до конца. Доберусь до дробовика, который я заметил в комнате отдыха. И тогда они пожалеют, что так со мной обошлись. А тебе надо выбираться отсюда. Я люблю тебя, Кортни. Целую, Трэвис. Эх, Трэвис, знал бы ты, что никакие дробовики против этих тварей не работают. Блин, здесь нужна отмычка. Патроны. Вот смотри, нам дают патроны. То есть вот в начале игры в Resident Evil всегда дают нормально тебе так патроны. А потом ты ходишь и везде ищешь патроны, потому что тебе их дико не хватает. Так что то, что сейчас нас тут кормят патронами, это ничего не значит. Тем более, что здесь противники какие-то вообще неубиваемые. Ну все, сохраняемся, сохраняемся, сохраняемся. Третья голова находится в секционной. Третья голова в секционной. Оу. В подвале, видимо, гнездо этих тварей, да? О, дверь. Тихо. Тихо. Заперто с другой стороны. Это сейчас была моя тень? Да, это моя тень. Блин, короче, напрягаюсь. Твою мать. Чё? Твою мать. Вот дерьмо. Очень сложно попадать этой твари в голову. Она двигается как-то вообще несуразно. Тихо. Да пошел ты нахер, слышишь? Бегом, бегом. Да иди ты нафиг, слышишь? Ну, в принципе, три попадания в голову, и эта тварь подыхает. Но попасть в голову этой твари... Она ведь подохла? Зачем? Зачем я аптечку? Блин, я... блин, я спутал, короче. Вместо присесть, я нажал Ctrl. Ну, во многих играх Ctrl это присесть. А тут лечиться. Твою мать. Ладно, ладно. Ничего страшного. Все равно у меня были кровавые пятна на экране, поэтому надо было от них избавиться. Есть еще такие твари здесь?
Заперся. Так, это у нас что? Мастерская какая-то. Это что такое? Что там за ширмой? Там кто-то ходит. Что тут у нас? О, открыто. Отлично. Ну я их слышу. Они тут кругом. Вон шепчутся, видишь? Вернее, слышишь? Замечательно. Вот кругом патроны, кругом. Карта зоны обработки. Ой, не то. Так, мастерская. Дверь заперта. Эта дверь рядышком, она тоже заперта. Но я ее даже еще не это самое, не трогал. Как она покраснела, если я эту дверь... Я эту дверь не трогал. Я вот эту дверь вообще не трогал, не касался. Я ее только увидел. Она должна гореть серым. Почему она горит красным? Вот, например, смотри, видишь, вот эту дверь, например, я не трогал. Она горит серым. Вот эту дверь тоже не трогал. Я ее даже не видел. Тоже серая. А это красный. F. V отперли это. А, так это же вон лестница к это, к... Ну-ка. А, надо R нажать. Да, вот, вот, сохраняшка. Понятно. Понятно. В общем, это срез. Мы открыли срез, отлично. Но пока туда не пойдем. Давай посмотрим здесь, что есть. Что это такое? Ключ со скорпионом. Отлично. Еще и отмычка. Замечательно просто. Ценная фотография. Тихо. Так, ну-ка. Ключ со скорпионом. Старый какой. Надеюсь, одного ключа будет достаточно, чтобы открывать все двери со скорпионом. О, эпоксид. Еще давай сразу сделаем аптечку. Патроны я не буду делать. Куда это я спустился вообще? Куда это я пришел вообще? О, патроны для дробаша. Психостимулятор. Привет, мелкий. Спрячешься. И дверь со змеей. Даже пытаться не буду ее открывать, потому что нам нужен ключ со змеей. Так, сколько у нас патронов вообще получается от дробовика? 9 патронов от дробовика. Отлично. 3 аптечки. Отмычка есть. Фотография. Кстати, фотография. Давай посмотрим, что там за ценная такая фотография. Это камин. Камин, который я видел в охотничьей берлоге. Зачем нам эта фотография? Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Ну, я вроде осматривал этот камин. Искал какой-нибудь рычаг. Ничего не нашел. Возможно, еще раз надо будет сходить посмотреть. Посмотрим. Так. Пойдем за дробовиком, ё-моё. Пойдем за дробовиком и дальше будем следовать. Так, тихо. Так, у нас тут срез. Твою мать, иди ты нахер, дерьмо. Твою мать, нам по-любому нужен дробовик. Так, идем сюда, ну его нахер, сохраняемся. Нас же здесь никто не достанет, правильно? Сюда ведь не только Джек не может зайти, но и эти твари тоже не могут. Так, пошли. Твою мать. Тихо, тварь, тихо. На тебе в голову. Иди в жопу. Ах ты мимо. Иди в жопу. Три четких выстрела и все, тварь готова.
Три четких выстрела в голову, и все замечательно. Что это за картина? Почему она повернута в другую сторону? Блин, даже любопытно теперь. Что там изображено? Так. Или подожди. Давай не будем рисковать. А вдруг реально этот ключ одноразовый? А нам нужно добраться до дробовика. А за этой дверью вообще что? Ну-ка, давай посмотрим на карту. А, это срез в центральный зал. То есть нам... Если мы эту дверь откроем, то нам уже не надо будет обходить. Но я не хочу рисковать. Вдруг я сейчас открою эту дверь, и ключ просрется. Сломается там еще что-нибудь. Так что ну его нафиг. Я лучше так. У меня просто есть такое подозрение, что этот ключ одноразовый. Ну, в смысле, потом нам надо будет найти еще ключ со скорпионом, А мне сейчас прям очень нужен дробовик, потому что, блин, с дробовиком, я думаю, что будет гораздо веселее играть. Бабуля исчезла. А где Джек? А, вот и Джек. Я уж соскучился, чудик. Он тут? Я слышу его шаги. Или он тут? Нет, он тут. Тихонько. Сейчас дверь открою, а он там. Да вроде нет. Так, быстро. Быстрее можно? Быстрее, Итан, быстрее. Закрой дверь, пожалуйста. Закрой дверь. Так, ключ у меня все, потерялся. Ну, в смысле, он исчез. А, нет, смотри, он на... Отлично. Это... В общем, все. Эти ключи многоразовые. Так, тут у нас что? Дорогая мисс Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы – это какие-то грибковые образования. Похоже, это какой-то вид плесени. Галлюцинации и... Посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этим образованием. Этими образованиями. Если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите, приходите в больницу сразу, как прочтете это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Кроуфорд Лэнг, больница Далви. Ясно. Вот и наш дробаш. Забираем. Сломанный. Ну, теперь выбор точно очевиден. То есть это просто сломанный дробовик. Надо будет поменять их местами и все. Фу. А может, что-то секретное есть? Это зубы бабули. Той самой, наверное, миссис Бейкер. Так, тут что? Ничего. Патроны, отлично. У нас сколько? 11 патронов. Так, тихо. Твою мать! Ты как понял, что я здесь? Давай меня в другую сторону. Да ё-моё! Я убегаю. Как он понял, что я здесь? Как он меня увидел? Говорил же! Не выебывайся. Я всего лишь пытаюсь выжить. В смысле, не выебывайся? Это разве выебывание, когда ты пытаешься просто выжить? Так, давай. Быстро, скорпион.
Делай, что хочешь. Хочу выжить. Блин, я не успел там в комнате все посмотреть. Я взял дробовик, взял патроны. Там еще много чего можно было посмотреть. Ладно, это мы тогда потом. Сейчас мы возьмем дробовик. Недостаточно места. В смысле недостаточно места, блин? Ладно, тут рядом есть сундук. Сейчас мы все выложим лишнее. Так, эти твари здесь не появятся больше. О, тела исчезли. Так, что мы уберем? Мы же еще этот не смотрели, кстати. Блин, я же мимо этого камина проходил. Ладно, посмотрим на этот камин. Это нам пока не надо. Что еще у нас тут есть? Лишнего. Нет, отмычку я оставлю. Кстати, отмычку оставлю. Там я помню, что... Да. Есть одно место, где я хочу применить отмычку. Пойдем по БРМу сейчас. Так, никаких тварей. Отлично. Вот, вот. Меня вот это интересует. Что здесь интересно лежит? Гильзы для дробовика, аж 6 штук. У меня уже 17 патронов. Отлично. И да, камин. Что здесь может быть? А, вот. А как я в прошлый раз это не заметил? Стероиды? Что это такое? Ну-ка. Значительно повышает мышечную силу и максимальное здоровье. Действует бессрочно. О, отлично. Мы сейчас себе, короче, здоровье повысим. Все, стал здоровее, сильнее. Отлично, отлично. Так. Че, может быть, двинем еще раз в ту комнату? Че-то она как-то меня заинтересовала. Тем более, что мы сохранились, так что все нормально. Ой, я себе, смотри, вколол стероиды, и у меня жизни восстановились полностью. Видите, на экране нет этих красных пятен. Да. Ну так сходи, полежи, раз у тебя башка раскалывается. Отдохни, чё ты ходишь тут, блин, размахиваешь своей дурындой. Так, он ушел туда, я иду сюда. Выходи, где бы ты ни был. Он тут, он прямо тут. Он успел меня увидеть? Заткнись, заткнись. Вроде нет. По-моему, он меня не заметил. Присел и все. Тихо. Так, что я здесь хотел посмотреть еще? Так, здесь я смотрел. Или что, я зря сюда пришел, что ли? Как же я устал гонять этих говнюков по двору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Давай прятать их в эти места. Стоячие часы в общей комнате, книга в гостиной, секционная в подвале. Секционная в подвале. Ну, об этом я знаю из записки Трэвиса. Пистолетные патроны. Эпоксид. Не, слушай, я не зря сюда пришел. Вроде все взял. Теперь просто валим.
Просто валим. Теперь ты часть семьи. А зачем убивать часть семьи-то, я не понимаю, если я часть семьи? Никто ведь не убивает своих. Иди вон Лукаса тогда убей. Бегом, 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 Итан. Итан еще так медленно двери открывает. Надо их выбивать ногой нафиг, плечом. Смотри, оп, так нежно. Давай посмотрим, что мы можем. Может быть, еще одну аптечку сделать? Или попробовать сделать патроны? Слушай, а я что с собой не беру эти монеты? Они же у меня есть. Это же типа DLC и все такое. Монета защиты, например. Или монета нападения. Монета инстинкта. Такие монеты оказывают особое воздействие на тех, кто носит их с собой. Данная монета улучшает боевые инстинкты. Монета защиты. Данная монета укрепляет ваше тело. А чё их? А, то есть даже по две штуки можно с собой таскать. Перезарядки. Данная монета ловкая. Ну понятно, повышает монета инстинкта. Не, не буду я занимать, короче, этими монетами свой инвентарь. Попробуем сделать патроны. Какие патроны могу сделать? Пистолетные патроны 10. 10 патронов. Что сделаем? Что, у меня 56 патронов, что ли? Серьезно? Да, смотри, у меня 56 патронов. Ё-моё. Прекрасно живем, у нас до хрена патронов. Только эти патроны, конечно. Ну чё, поехали? А, какой поехали? Я за дробовиком вообще-то хочу сходить. Так, и вставляем туда вот этот дробовик. Прекрасно. О, четырехзарядный. Отлично. Сохраняться я уж не пойду. Сразу пойду туда. Давай смотреть на карту. Так, мастерская. Помещение для кремации. Секционная у нас где? Котельная. Секционная. То есть через котельную мы попадем в секционную. По пути мы заглянем в помещение для кремации и вот сюда еще посмотрим. А, ну да, сюда-то мы точно посмотрим, потому что сюда в котельную пойдем. Давай, короче, пошли. Еще раз замусоливать. У нас же дробовик, если что. Дробовиком-то мы сейчас всех к чертям разнесем. Иди. А, вот. Ну да, вот помещение для кремации. Похоже на морг. Или это печи такие? Что тут есть? Ничего. Опа. Сильный эпоксид. Замечательно. Пилу тоже возьми. Не возьмешь? Что за записюлька? Лукас. Я поймал парня, который все пытался сбежать. Запер его в левой печи для кремации, так что теперь ему не выбраться. Вытащи его, как будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь. 3А. Трэвис. А, так это тот самый Трэвис, да, который у нас в этом, ну где, вот в комнате сохранения, он записку оставил своей девушке. А, слушай, скорее всего, голова собаки находится у него, а не в секционной. Нам надо будет открыть эту печь, короче. Тихо, оп. С одного выстрела. Дробовик делает чудеса. Прекрасно. Так, в общем, скорее всего, у него находится, ну-ка. И не открытие, да? Понятно. То есть надо разгадать шифр какой-то. 3А
и вот эта вот рука. 3А. Лара. То есть этот Трэвис находится все еще здесь, да? И он еще не был готов. А сейчас, наверное, готов. Они что, здесь готовят еду? Они так готовят еду, что ли? Уильям. Не просто, почему я так вот сразу целюсь, потому что мне кажется, что сейчас одну из них открою какую-нибудь, и оттуда сразу выскочит тварь. Это кто у нас был? Шон. А здесь никого. А здесь Тамара. Так, 3А. Надо, наверное, открыть имена, где по одной букве А. Вот, например, Уильям здесь одна А. Шон одна А. Так, у Тамары 3А. Рука в конце открывается. А у Лары 2А. Блин. То есть с одной А только две имени. А надо 3. А, не, подожди. 3А, ё-моё. У Тамара? Может, 3А. И рука, наверное. Сработало. И здесь готовый Трэвис. Здрасте, приехали. Ладно, хорошо. Хорошо, тихо. Нихрена себе у тебя клешня. О, да он еще и более живучий, слушай. Или я ему в голову не попадаю просто? Я ему, скорее всего, в голову не попадал. Надо же ровно в голову. Вот, и голова собаки у него. Или... А, тут. А, нет, здесь всего лишь ключ от секционный. Блин, я думал, голова собаки у тебя, Трэвис. Блин. Плохо. Так, мастерская закрыта с другой стороны. И как туда попасть, я вообще понятия не имею. Если с другой стороны закрыта, то как-то я туда должен попасть. Может быть, через какой-нибудь люк. Ну все. Пошли в котельню. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень неприятное место. Блин, мне кажется, здесь целая армия этих тварей будет. Вот, смотри, ванны. Они что, их в ванной, что ли, готовят сначала? Здесь что-нибудь вообще? Да, пистолетные патроны. Причем у меня, блин, уже вообще переполнены патронами. Тут. У меня просто места нет. Ну что, парень? Что ты, парень? Так, надо поближе стать. Поближе. Вот так вот. Чтоб прям вплотную, чтоб прям наверняка. Что прям наверняка. Ах, блин, не наверняка. Патроны жалко, когда вот так вот мимо стреляешь. Очень-очень жалко патроны. У меня для травы даже места нет. Неужели у меня так все переполнено? Так, это у нас что получается? Это у нас котельно получается. Ой, какое ужасное место. Ой, здрасте. Давай, поближе подходи. Да твою мать! Да ё-моё, опять патроны. Вот патроны жалко. Патроны, твою мать, жалко. Два патрона. На эту тварь потратил два патрона. Три патрона потратил. Да ты чё не подыхаешься-то? Охренеть. Я же ему в голову стрелял. Сколько патронов у меня было? Ой. Ну сдохни, пожалуйста. Еще где-то? Да, вот я так и знал, что здесь целая армия будет. Вот, пожалуйста. Еще? Есть еще? Нет, он еще жив. Он еще жив. Тварь жива, блин. Два патрона всего лишь. Два патрона нам дали. Ну что, все? Кончились? Фу. Ты чё? Сильный эпоксид. Ладно, запомним. А, ключ нужен. Ключ от секционной.
Прекрасно. Ну давай, что ты это, ну открывай-то, ё-моё. А чё я не могу это прицелиться? Это чё, типа какой-то опасный тип? Типа он готовится? Тут что? Сколько? Так, 3 в магазине, 4 в магазине и 6 еще в кармане. А вот, приметился. Это же тот полицейский, да? Он его сюда, что ли, перетащил? О, голова! Твою мать! Я должен был стать ее отцом. Но теперь она говорит, что ее отцом будет он. Нет. Я найду его и заставлю страдать. А ты, дружок, мне поможешь. Нифига себе, ты видел? Он на него просто пальцем показал, и он сразу покрылся этой черной жижей. То есть он чуть сейчас... Как я и говорю, типа... Это какой-то босяра, по-любому. Так, ладно. Может быть, сохранится, сбегаем? Дверь, надеюсь, откроется? Ладно, пошли. Пошли! Или нет? Или да? Или нет, или да? Не знаю. Ух ты, замечательно. Так, у нас есть сильный эпоксид. Не, пойдем, знаешь что, мы все-таки все выложим. А что такое вот, смотри, ну-ка давай сделаем, что такое вот это вот. Улучшены пистолетные патроны. Патроны, начиненные лишним порохом для увеличения урона. Смена боеприпасов G. Это, наверное, хорошо. 10 патронов. А вот, содержит сильный препарат. Полностью восстанавливает здоровье. Вот. Мне кажется, вот это гораздо нужнее нам, чем патроны. Так. А мы сейчас и патроны сделаем тоже. Тут же есть сильный эпоксид. Вот он. Раз. О. Прекрасно. Короче, сейчас я быстренько сбегаю до комнаты с сохранением, выложу все лишнее. Потому что у меня есть предчувствие, что там дальше будут всякие штуки, которые можно будет подобрать, а у меня тупо в инвентаре места нет. Я эту всю беготню вырежу на монтаже, чтобы вам не смотреть всю эту пустую беготню. Эпоксидик подберем, кстати. Так, короче, я сбегал, все лишнее оставил в сундуке, сохранился и можем продолжать двигаться дальше. У меня есть такое предположение, что тот чернокожий полицейский сейчас будет... боссом. Не просто же так его Джек там повесил, а потом измазал этой серой. Или чем это там? Подожди. Морг? Да, морг. Короче, мы сейчас будем биться с этим темнокожим парнем. Не, ну вот графон, конечно, решает. Вот за счет графики, конечно, игра просто обладает просто охренительной атмосферой. Ой. Че, нам сюда, наверное, да, сначала надо зайти? Сначала что-то здесь сделать надо, наверное. Тут эпоксид. Что мы можем сделать? Ничего не можем пока сделать. Сейчас мы его коснем. Мы его обязаны коснуться. Типа пытаться у него что-то достать. А он, короче, сейчас оживет. Посмотри. Бедняга.
Бедняга. Этот бедняга сейчас оживет и начнет нас мочить. О, блин, мне показалось, что здесь Джек. О, у тебя что-то есть, что ли? Ты зачем труп пинаешь, Итан? Типа злость вымещаешь, что ли? Ах, соки! Мою жену превратили в какую-то тварь, меня здесь заточили. Бьют, руки отрубают, ноги. Что? Так, это похоже на ловушку, кстати. Это похоже на ловушку. Погоди, пока трогать не будем, тут какая-то лестница вниз. Сходим сюда. А тут змеиная дверь. Ладно. Ладно. Пойдем. Ну его нафиг. Так и знал. Сейчас еще этот темнокожий парень подключится. От меня не уйдешь. И чё? Есть смысл в него стрелять, нет? Из дробовика. А, чувак, есть у тебя смысл стрелять? Или здесь надо что-то найти? Чем тебя гасить нафиг? Может как-то крюки или вот эти... Да что ж такое? Да остановись уже! Нифига себе, остановись. Оу! Оу! Нихера себе! Серьезно! А, во, как это работает. Блин. Ни хрена себе ты охренел, слышь? На пол меня повалил. Извини, парень. Ты как? Пошел ты нахер, тварь. Так, надо, наверное, пинать эти трупы, что ли? Да ё-моё. Он очень быстро ходит. Да твою мать! Иди нахер. Я люблю тебя за твой внутренний мир. Угу. Что здесь? Бензопила? Бензопила! Вот нам что надо! Бензопилу нам надо! Ау! Неплохо! Бензопилу нам надо, но ее не взять там. Сетка. Сетка. А может быть надо его как-то натравить на эту сетку? А да, бей. Бей сюда. Сюда бей. Да твою мать, он сейчас мне врежет. Твою мать, нет. Так, лечимся, лечимся. Ты что топор-то сломал, придурок? Эй, это моя бензо... Ты что, охренел? Я ее должен взять. Вон на что. То есть сейчас будет битва, короче. Блин, ага. Битва. Лечись! У меня аптечки уже кончились, все. Так, блокировать. Есть блокировать. Так, это у нас, ага. Оу-оу, блокируем. Тихо. На, получай! Ох ты, тварь! Чё отбил ты меня? На! Да ё-моё! Лечимся! У меня всё вроде больше отключить нет. Да сдохни ты, ё-моё! О, хорошо! Давай, Итан! Напополам эту тварь! Что такое? А, две надо кнопки нажимать. Ах, ты у меня скоро хочешь. Так, чё? А, мотор. Тихо. Да блин, и там. Так. Есть еще аптечки? У меня аптечек больше нет. Он же сейчас меня прикончит.
Твою мать. Вообще-то вариант его убить, нет? Тихо. Так, блок вроде помогает. Блок вроде помогает. Но не совсем, да? Не-не-не-не-не. Раз, два, три. Тихо, блок. Ясно. Вроде тактику выработал. Раз, два, три. Твою мать! Он ранил меня. Тихо, 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 тихо! Да твою мать! Черт тебя дери, а. В общем, стрелять в него нет смысла. Я так понимаю. В общем, мы просто тупо бегаем от него и... Что здесь у нас, кстати? Что в этом ящике? Патрон для дробовика? То есть, есть смысл в него стрелять? Что, так и поранился? Не, в общем, мы ждем этот, когда он нам достанет бензопилу. Сейчас ждем, когда он сломает себе топор. Ломай свой топор, давай. Ну, бей. Я тебя жду, слышишь? Ну? Блин, ты меня немножко тормозит. Ты будешь бить уже? Не. Бей уже! Да блин, почему он не размахивается своим топором? Давай, ломай свой топор уже. Вот, вот, правильно, давай, начинай, начинай, давай. Ну начинай уже, ну ё-моё. Хорошо. О, крутой парень раздобыл пушку, а стрелять ты умеешь? Ну сейчас только что тебе все лицо раздробил нахрен. Не, ему пофиг, я тебе говорю. Сломал? Вот. Теперь ждем. Круто. Как молодец. То, что надо. Так. Так, вот, теперь мы его пилим. Блок. Отлично. Давай, давай, давай. Давай. Раз, два, три. И пилим. Да блин, почему? Я же не так хотел его пилить. Почему-то Итан, короче, не то делает немножко. Вот, 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 вот. О, прекрасно, прекрасно, тварь. Получай. И сейчас мы вот это дерьмо пилим. Ох, ты у меня схлопочешь. Да у меня тоже неплохо ты получаешь. Давай, раз, два, три, давай. Гаси, он начал бегать уже. Стены побежал уже. Видимо, очень сильно расстреливает. Тихо! Я его разлил, я его разорлил. У меня уже язык заплетается, блин. Воу-в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 оу. Так. Так. О, давай, пилим, 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 парень. Давай, 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 давай. Тихо. Нет, это не помогает. Так, нет. От такого удара блок не помогает.
Ой, хорошо, хорошо. Да не то, Итан, ты, блин, зачем и... Ой, почему он не то делает? Не-н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 е. Давай, Итан, пили его, пили. Вот. Еще, 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 еще. Нихера себе он колонну снес. Вот это вообще нехорошо. Где он? Ой! Ой-о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 й. Давай, 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 давай. Лечимся, 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 лечимся. Еще ты на руку. Вот полечился, еще на руку смотрит, блядь. Вот сейчас вообще не время смотреть на руки. Давай, 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 давай. Нет уж, чувак. Слушай, а это. А это блокирует. Давай, давай. А когда ты пилишь, еще и блокируешь, как бы. Отлично, давай, Итан, не тормози, не тормози, работаем. О, хорошо, хорошо, вот. Сочненько, сочненько. Прекрасно. Ты здесь сдохнешь. Че, серьезно? Ты сейчас меня ногами запинаешь, что ли? Ну что, друзья, поздравляю, у нас теперь... Будь другом. И не оживай. Я очень на это тоже надеюсь, что он не оживет. В общем, поздравляю нас. У нас теперь есть бензопила. У нас теперь есть бензопила. Вот еще что-нибудь есть полезненькое? Аптечка, смотри. Здесь всегда лежала аптечка. А, сейчас распилим. Ну, понятно. Блин, я только обрадовался, что у меня бензопила появилась. Хрена с два. Погоди, а где у меня эта-то? Голова собачья-то. Я ее взял? А, я ее взял, она у меня... Век, дробовик. Замечательно. Пойдем. Ох, сейчас нам на обратном пути, скорее всего, опять эти твари будут встречаться. Но от них можно же просто убежать. Правильно? Подожди, в прошлый раз здесь я взял эпокси... Точно. Подожди, 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 подожди. Потом я забуду. Потом я просто забуду. Вот, эпоксид. А ты давай не превращайся, понял? Бедняга. Да, бедняга. Так, еще. Я здесь все посмотрел, нет? Что-то мне кажется, в прошлый раз здесь я не все посмотрел. А, все. А, нет, смотри, тут тоже проход есть какой-то. Порох, пожалуйста. Видишь? Так, ладно. Ладно. В общем, сейчас идем, вставляем голову. И на этом мы, наверное, серию закончим. Так, просто бежим. Ни на что не отвлекаемся. Хотя, здесь где-то была трава. Да. Опять места нет. Блин. Че, мне реально все забито? Ой. Подожди. Может быть, патроны сделаем? Да зачем? Патроны вроде и так неплохо собираются. А вот аптечки, аптечки. Вот лучше аптечки делать. Аптечки, потому что очень редко нахожу. А вот патроны чаще.
Блин, надо было, короче, взять себя, прокачать монетами и идти драться с этим Джеком. Сейчас кто-то пел? Или это ветер? Так, первым делом, подожди, сначала мы приведем все в порядок здесь. А, порох убираем. Одна аптечка у нас осталась. Патроны вот эти мощные пока убираем. На что-нибудь более серьезное. Вот так вот сделаем. Вот, а то, блин, ходишь и раз, места нет в такой неудобный момент. Все, пошли, короче. Ставим собачью голову. Твою мать, бабуля! Ты чё меня преследуешь-то все время? Не, серьезно, меня это начинает напрягать. Бабуль, ты меня начинаешь напрягать, серьезно. Кто-то реально поет. Бабуля немая, она не может петь. А может и она поет. Ну, дверь мы с вами откроем уже в следующей серии. А вот. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.